Well, first of all, I'd like to greet all of you with the sweet peace of our Lord Jesus Christ. Ну, во-первых, я хочу всех вас поприветствовать нашим драгоценным и чудесным и сладким присутствием нашего Господа Иисуса Христа. And secondly, I would like to thank the Lord and thank you for receiving us. И во-вторых, я хочу поблагодарить вас за то, что вы принимаете, и Господа за то, что вы принимаете нас здесь. What a blessing to be here. Какое благословение быть здесь. Аллилуйя. And I feel particularly blessed because the Lord has surrounded me with some awesome brothers and sisters. И я особенно благодарен и чувствую себя благословенным, потому что я чувствую, как Господь окружил меня такими замечательными братьями и сестрами. Максим и Антон. Антон и Максим. Enrica, she is really good. Да, вот Enrica тоже. Молодец. I can understand everything. Я все понимаю. Because my Russian is a little limited. Потому что мой русский слегка ограничен. So, but I want to say спасибо, Pastor Roman. Но вот хочу сказать спасибо пастору Роману. That's the first word I know in Russian. Это первое слово, которое я знаю по-русски. The second word. И второе слово. Хорошо. Видимо, хорошо, да? I have no idea what it is. Я понятия не имею, что сказал сейчас. But Maxim must have said some 50 times today. Но Максим сегодня где-то 50 раз это слово сказал. So I suppose it's something important. Ну, я думаю, что, наверное, это что-то важное тогда. She'll tell me what it is later. Ну, она мне попозже скажет, что это такое. Well, my name is Marco. Итак, меня зовут Марко. And I live in San Francisco, California. Я живу в Калифорнии, в Сан-Франциско. And I take care of four churches on the west coast of the United States. Я как бы поставлен на четырью церквями на западном побережье. San Francisco, Chino Hills, Las Vegas, and Houston. И так это Хьюстон, Лас-Вегас, Chino Hills и Сан-Франциско в обратном порядке. And I'm also a missionary with Pastor Gilson, who is coming tomorrow in Burundi, Africa. И также я являюсь миссионером с пастором, простите, забыла его имя. Gilson. Gilson. В Бурунди, в Африке. And I understand through Maxim that Pastor Roman asked to talk about me. И насколько я понял, вот от Максима, что пастор Роман хотел бы, чтобы я поделился о себе. But it's not fun talking about me. Но вообще здесь ничего интересного нету обо мне говорить. It's much better to talk about Jesus. Куда интереснее говорить об Иисусе. He's much more important. Он более, куда более важен. And he deserves all the glory and all the honor. И он заслуживает всей славы и всей чести. And I would like to read a verse very well known to you on the Bible. И я хотел бы прочитать очень известный стих, который вы все знаете в Библии. Guess what? It's Psalm 23. И отгадайте, какой это Псалом 22. Verse 6. Шестой стих. 23:6. 26. Простите, 22. Псалом 22:6. So I'll read it in English first. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. В новом переводе. Да пребудут со мною доброта и любовь все времена, пока я жив. Все время, пока я жив. В доме Господнем я поселюсь на долгие дни. Amen. It's a beautiful psalm. Это прекрасная песня. I understand the name of your church is Life House. Насколько я понял, название вашей церкви – Дом Жизни. House of life. Yes. House of life. House of life. It's a meaningful name. И это значимое. В этом имени есть значение. Of course, I hope no one expects that the house is earthly or the life is earthly. Но я понимаю, что никто из вас не подразумевает, что дом это земной и жизнь тоже только земная. But the name is a proclamation to the world. Но имя, оно всегда является провозглашением в мир. Провозглашением чего-то в мир. That we have a house of eternity. Что у нас есть дом в вечности. And David, вечный дом. И Давид, he said, he was basically affirming, he was saying,
surely goodness and mercy will follow me. И Давид в этом стихе, он как бы утверждает, он как бы подтверждает, да пребудут. Да пребудут, это значит, он с утверждением это провозглашает. Да пребудут со мною доброта и любовь. Will follow me all the days of my life. В английском переводе сказано, что они последуют за мною или будут за мною следовать во все дни жизни моей. Do we share the same thought? Мы вообще с вами на одной странице. Мы одной. Вы разделяете со мной эту мысль? Да. Amen. Or amen. Three words. So what exactly is goodness and mercy? И что означает на самом деле доброта и милость и любовь? Ну, милость, любовь это вот. The goodness of the Lord. Итак, доброта Божья. That we can say with all intimacy. I am sure that the goodness of the Lord shall follow me all the days of my life. Чтобы мы в полноте, в полной уверенности до самого как бы самого основания своей души могли это сказать с полным открытым сердцем, что да пребудет любовь, доброта Божья во все дни жизни, в нашей во все дни жизни. Because God is good. Потому что Бог благ, Он добр. And you know what's the utmost expression of His goodness? И вы знаете, какое самое яркое или сильное выражение Его благости, Его доброты? It's Jesus. Это Иисус. Hallelujah. Hallelujah. The incarnation of God, leaving paradise and coming here for me and for you. Это воплощение Бога, который пришел с небес для вас и для меня. Аминь. This is the goodness of God. Вот это доброта, благость Божья. It's not the blessings that He gives us. И это не просто благословение, которое Он нам дает. The new car, the new house, the new job. Новая машина, новый дом, новая работа. Or the wife. Или жена. These are blessings. Это все благословения. But the utmost blessing is the goodness of God. Но самое большое благословение это благость Божья. And это доброта Его. It's Jesus. И это Иисус. It's exactly what we or you just sang a moment ago. Это конкретно то, что вы и я, то, что мы сказали момент назад. Your kingdom, God. Царство Твое. You have brought it to us. Ты дал его, положил в нас, дал его нам. Because Jesus is the King. Потому что Иисус царь. His name, Jesus Christ. Его имя Иисус Христос. Иисус Христос. Иисус Христос. He is the Messiah. И он Мессия. And that means in the Bible. И это значит в Библии. Every time it refers to Jesus. Каждый раз, когда идет говорится об Иисусе. It's referring to the King. Здесь говорится о царе. He is enthroned. К нему обращаются как к царю, потому что он на престоле. And he said, "My kingdom does not belong to this world." И он сказал, что мое царство не принадлежит не от мира сего, оно не в этом мире. What about the second attribute? А что по поводу второго его качества? So goodness and mercy. Там говорится о доброте, о благости и о любви или о милости. What is the mercy of the Lord in your life? Что значит в вашей жизни вот эта милость Божья? Какая она в вашей жизни? The Lord gathered us here tonight. И сегодня нас Господь нас собрал здесь. So that every one of us, every single one here. Чтобы каждый до единого человек здесь. Will be able to say with all confidence. Мог сказать с полной уверенностью. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Доброта и милость Божья да пребудут со мною во все дни жизни моей. Mercy. Милость. What's mercy for you? Что для вас значит милость? That's a rhetorical question. You don't have to answer. Вам не нужно отвечать, это риторический вопрос. Do you remember the parable of the two sons? Вы помните притчу о двух сыновьях? Some people call the parable of the prodigal son. Некоторые люди называют ее притчей о блудном сыне. But I think it's not quite perfect. Но я думаю, что это не такое идеальное название на самом деле. Because the text begins saying, and the man had two sons. Потому что в текст начинается с того, что у человека было два сына. So do you remember the younger one? Вы помните младшего? When he realized what a mistake he had done? Когда он осознал, какую же он ошибку совершил? Remember what he did. Помните, что он сделал? He prepared a speech. И он приготовился, значит, приготовил такую речь.
I'm going to go back home. Я собираюсь вернуться домой. And I'm going to approach my father. И я подойду к отцу. And I'm going to tell him. И вот что я ему скажу. Oh, Father, I have sinned against heaven and you. Отец, я согрешил против неба и против тебя. I'm no longer worthy to be your son. И я больше не достоин быть твоим сыном. Make me one of your employees. Сделай меня одним из своих слуг, своих рабов. He was preparing that speech. И он внутри, он как бы готовил эту речь про себя. And when he was ready, he decided to turn back home. И когда он был готов, он решил вернуться домой. But the father spotted him from the distance. Но отец увидел его издалека. And the father ran towards him. И отец побежал навстречу к нему. Listen. Послушайте. We are talking about Bible time story. Здесь говорится о притче, которая была во времена Библии, когда это писалось, in a very patriarchal society. Все действие этой притчи происходило в очень патриархальном обществе. The father never ran towards the kid. И в то время отец никогда не бежит к ребенку. No. Они не бегут, не ведут себя так. Они так не делают. The children run towards the father. Это дети бегут к отцам. And that son, и этот сын, he would have deserved to be disowned. Вообще-то он заслуживал того, чтобы его просто, ну как бы, не почтили вообще. But никакой чести ему не было. But this father here runs towards him. Но вот этот отец, он бежит к нему навстречу. And the little boy is surprised. И этот маленький мальчик, он просто удивлен. But he had the speech all prepared. Но у него внутри, у него, помните, эта речь, она у него готовая уже. And when he begins to say, и когда он начинает ее говорить, the father interrupts him. Отец его останавливает. Bring him a robe. Принесите ему одежду. Bring him a ring. Принесите ему кольцо. Put it on his finger. Оденьте ему на палец. Kill the fatted calf. Закалите самого лучшего тельца. And let's party. И давайте веселиться. Давайте пировать. He didn't let him speak. Он даже ему не позволил ничего сказать. Do you know why? Знаете почему? That's mercy. Это милость. Вот это милость. I don't want to know what your excuses are. Я не знаю, какие у вас там оправдания. I want you to know that you are being brought back because I am mercy. Я хочу, чтобы вы просто знали, то, что вы вернулись назад, это потому, что я милостивый. There is nothing we can do. Absolutely nothing. Нет ничего, чтобы мы сами могли в своих силах сделать. Нету ничего, ни единого действия, никакой вещи. That will make us gain access. Которая бы нам позволила добиться этого входа, except, то есть заслужить этот вход. Except the goodness and the mercy of the Lord. И это только благость и доброта Божья делает. The blood of Jesus Christ, the кровь cross, Иисуса Христа, крест. And his infinite grace. И его вечная благость, его вечная благодать. And then David ends. И Давид заканчивает так. And he says, and I will dwell in the house of the Lord forever. И в доме Господнем я поселюсь на долгие дни. What a beautiful sentence. Какое прекрасное предложение. I will dwell. Что я поселюсь, я буду обитать в доме Божьем. What exactly it means dwell? Что на самом деле вообще обозначает это слово? Because обитать, поселиться. I think it's a very important verb. Я думаю, что это очень важный глагол. Just to give you an idea, in the Old Testament, просто чтобы вы знали, в Ветхом Завете it appears 400 times. Этот глагол употребляется 400 раз. The word dwell. Поселиться, обитать, обитание. Этот глагол 400 раз употребляется. Which in Hebrew is yashab. Что на еврейском звучит yashab. So I think if the Holy Spirit inspired the writers to put 400 times, я думаю, так как если Дух Святой побудил писателей, кто писал этот Ветхий Завет, написать это слово 400 раз, это потому что it's because it's pretty important. Потому что это важное, наверное, слово. I will dwell. Что я поселюсь, я буду обитать. I will remain. Я останусь. I will continue. Я буду продолжать. I will stay. Я останусь, я буду жить. I will abide. Я буду пребывать. In the house of the Lord. В доме Господнем. Can we understand that literally? Мы можем это воспринять вот буквально, взять эту мысль вот как она есть. I hope not. Я надеюсь, что нет. Because what is the house of the Lord? Потому что что такое дом Господень? Is it the church? Это церковь?
Sometimes we don't even have a physical building. Потому что иногда у нас даже просто здания нету. Вот самого здания, стен нету. The churches in America, where I am pastoring, we're like you. We rent conference centers. И у меня в церкви, в наших церквях, где я пастором служу в Америке, у нас мы такие же, как и вы. Мы тоже снимаем конференционные залы для наших служений. But we dwell in the house of the Lord. Но мы пребываем, мы живем, обитаем в доме Господнем. Because after Jesus, потому что после Иисуса, as Jesus dies and resurrects, когда Иисус умирает и потом воскресает, when the veil of the temple и когда завеса в храме is torn, разрывается, now we have access. Вот теперь у нас есть доступ. You have access. У вас есть доступ. To the Holy of Holies. В святое святых. And then he said to us, и потом он сказал нам, don't you know, разве вы не знаете, that your heart is the temple of the Holy Spirit? Что ваше сердце и есть храм Духа Святого. So we are not bound by walls and ceilings and floor. И поэтому мы не связаны ни стенами, ни потолком, ни полом. The temple now, it's us, it's our hearts. И храм теперь это мы, это наше сердце. And then I say, and I will continue. И потом он говорит, я буду продолжать. In this fellowship with you. Вот в этом быть общении с тобою. Я буду пребывать в нем. Because you dwell, Lord, in my heart. Потому что ты, Господь, теперь обитаешь в моем сердце. Through the Holy Spirit. Через Духа Святого. That the pastor was witnessing a moment ago. И так как свидетельствовал момент назад пастор. And this is the fulfillment of God's promise. И это есть исполнение Божьего обетования. He said, I will go to the Father. И он говорит, я пойду к Отцу. I will prepare mansions for you. И я приготовлю для вас особняки, дома. I know it was pretty awesome these 3 years together. Я знаю, что было замечательно мне с вами здесь 3 года быть. But I need to go to the Father. Но мне нужно вернуться к Отцу. Don't be sad. Не печальтесь. I will send the Holy Spirit. Я пошлю вам Духа Святого. And He will teach you all things. И Он научит вас всему. He is the counselor. Потому что он советник. He is the advisor. И он помогает нам, he советует. He is the comforter. И он утешитель. And he speaks. И он говорит. Hallelujah. Аллилуйя. Through visions and tongues. Через видения, через языки. And dreams. Через сны. And interpretation. И через толкование. That's pretty cool. Вот это здорово. We can hear from God. И мы можем слышать от Бога. He is alive. Он живой. He spoke in the past. И он открывает нам прошлое. The Bible from Genesis to Revelation is filled. И Библия, она от Бытия до Откровения, она полна. With evidence. Она полна доказательствами. That God speaks. Что Бог говорит. Аминь. Do you know why? Знаете почему? Because our Father. Потому что наш Отец. He is a relational God. Потому что Он Бог, который через отношения живет с нами. He likes to maintain relationship. Ему нравится развивать взаимоотношения. Since the beginning of the Bible. И это написано в начале Библии. Chapter 1 of Genesis. В первой главе Бытия. Verse 1. В первом стихе. God is saying. Бог говорит. In the beginning. В начале. Берешит бара Элохим. Но вот. In the beginning created God. Было, что вначале Бог сотворил. In the original, в оригинале, Elohim talks about the plurality of God. Вот слово имя Elohim обозначает множественное число, что Боги. Because he is saying from the beginning. Потому что с самого начала all он говорит. The creation. Все творение. I was there. Я был там. My son was there. Там был мой сын. The Holy Spirit was there. И там был Дух Святой. We do nothing in isolation. Мы ничего не делаем изолированно друг от друга. We are a body. Мы тело, мы вместе. And then he creates Adam and Eve. И потом он сотворяет Адама и Еву. And again the Bible says. И снова Библия говорит. That God would come. Что Бог придет. At the every single day.
каждый день, to the garden, что Бог приходил каждый день в этот сад, to speak to them, чтобы говорить к людям. He is a relational God. И Он Бог отношений. Он so строит he отношения. Teaches us to live in community. И поэтому Он учит нас жить вместе, в коммуне, вместе, we are the в обществе. Body of Christ. И мы тело Христа. There is nothing more beautiful, и ничего нет более прекрасного, чем это, than this here. Чем вот то, что вот здесь у нас мы имеем. We are the church. И вы церковь. We are God's people. Мы церковь. Мы Божий народ. We are complicated people. И мы сложные люди. We are grumpy. Мы ворчим. Sometimes we are very difficult. Иногда мы очень сложные, трудные. But there's a key element. Есть ключевой элемент. That unites us. Который нас соединяет. We are covered by the blood of Jesus Christ. Мы покрыты кровью Иисуса Христа. Аминь. And then we are awesome. И тогда мы замечательные. And then we love each other. И тогда мы любим друг друга. The fulfillment. Вот это исполнение. Of God's word. Божьего слова. Love God above all things. Возлюби Бога больше всего. And your neighbor as yourself. А возлюби Бога и ближнего своего. You're my neighbor. И вы мой ближний. Even though it took me 3 days to get here. Несмотря на то, что мне потребовалось 3 дня сюда приехать. But you are my neighbor. Но вы есть мой ближний. I'm so close to you. Я к вам так близок. That's what it means. Давайте посмотрим. Отгадайте, что это значит. I will dwell in this fellowship. Что я поселюсь в этом собрании. And it's not when Jesus comes. И это не будет, когда придет Иисус. It's now, today. Это сегодня, здесь. On Thursday. Вот сегодня, в четверг, это сейчас. It will continue forever. И это будет длиться вечно. I sometimes see Christians. И иногда я вижу христиан, who say, well, one day things are gonna get better. Которые говорят, ну, однажды все станет лучше. No, things are better now. Нет, 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 это сегодня будет хорошо. If I can do all things in Him, если я могу делать все в Нем, who strengthens me, который укрепляет меня, все могу в укрепляющем меня Иисусе. If my God is the God of the impossible, и если мой Бог это Бог невозможных вещей, if His word will never turn void, и если Его слово никогда не будет останется неисполненным, why am I not rejoicing the abundant life? Тогда почему же мне не радоваться жизни с избытком сейчас? That's not His fault. И это ведь не Его проблема. Perhaps it's не my вина. Fault. Может быть это где-то я что-то. So he is every single day adjusting us. И поэтому он каждый день он нас как бы выравнивает, он нас подгоняет. And strengthen our faith in him. И укрепляет нашу веру в нем. So that we'll be able to say. So that we will be able to say. Чтобы мы могли сказать. Surely. Да будет. 100%. For sure. Да прибуду, чтобы 100% мы были уверены в этом. No circumstances of this life will bother me. Никакие обстоятельства моей жизни меня не отвлекут. No grumpy boss. Никаких там ворчливых боссов. No economic problems. Никакие экономические проблемы. No violence. Никакое насилие. Nothing. Ничего. 100% sure. На 100% уверен. His goodness. Его благость. And his mercies. И его милость. Will be with me. Они будут со мною. Forever. Вечно. I don't care. И мне все равно. And he is bringing us into fellowship. И он приводит нас в собрание. Do you know what's fellowship? И вы знаете, что такое общение вот в собрании? Is when he brings us. Это то, когда он нас приводит вместе, to собирает. To higher grounds. И когда он нас поднимает на высоту, выше. If I can use a metaphor. И если бы я мог использовать сейчас метафору, it is like almost he lifts us up. Это как если бы он нас сейчас взял и поднял бы вверх. Have you heard this expression? Вы слышали это выражение? I know tomorrow you're going to go to the mountain to pray. Я слышал, что завтра вы с утра пойдете на гору молиться. Yes? Да? Why do you go to the mountain? Зачем вы идете вообще на гору? Зачем она гора вам нужна? You can pray here. Вы здесь вот можете помолиться. Right? Да? But it's a metaphor. Но это сравнение. It's to remind me and you. Чтобы напомнить мне и вам. That he wants us in the higher ground. Что он хочет видеть нас выше.
closer to him. Выше и ближе к нему. Because in the higher ground. Потому что на как бы на высшей земле, но это просто выше. When you look down. Когда вы смотрите сверху вниз. Your problems. Ваши проблемы. Very small. Вот такие маленькие. Very, very small. Вот такие маленькие. When I took off from Seoul this morning. И когда я сегодня вылетела из Сеула. And the plane was just rising and rising. И когда самолет начал подниматься и подниматься. And the city of Seoul was becoming smaller and smaller. И город Сеул он становился все меньше, меньше и меньше. This is exactly how God wants you to see life from now on. Это вот конкретная картина того, как Бог желает, чтобы вы видели свою жизнь, начиная с этого момента. Oh, I am so sick. Ой, ну я такой больной. Gastritis. А, гастрит вон там. You're и он too такой, small. Меньше и меньше гастрит. Все дальше, My дальше. God is awesome. Мой Бог великий. He can, замечательный. He can heal me. Он может исцелить меня. And if he doesn't want to heal me, и если он не захочет меня исцелить, I still love him. Я все равно его люблю. Because his goodness and his mercies will be with me. Потому что его благость и доброта, милости со мною. Oh, and I will dwell in your presence. И я буду пребывать в твоем присутствии. I will do like... Ruth. Я буду делать как Руфь. Remember Ruth? Помните Руфь? Now go back to your land. Ну давай, иди обратно в свою землю, откуда ты пришла. Are you kidding me? Ты что, смеешься? Your God will be my God. Твой Бог будет моим Богом. Your land will be my land. И твоя земля будет моей землей. I'm not leaving you. Я тебя не оставлю. Neither will we. И также мы. No problems. Никакие no проблемы, difficulties. Никакие трудности. And this is not a figure of speech. И это даже, понимаете, не просто такое вот словцо такое. This Мы is говорим the это. Most truly reality. Это самая настоящая реальность. Because our есть. God is real. Потому что наш Бог настоящий. Let us repeat, and I will dwell in the house of the Lord forever. И давайте повторим. В доме Господнем я поселюсь на долгие дни. Can you say that? Вы можете повторить? Поселюсь я на долгие дни. Amen. Аминь. May the Lord bless you. И пусть Господь благословит вас. And us all. И всех нас. Amen.